Сегодня следователи начали еще одно расследование в Сургуте. Утром в одном из дворов города коммунальщики нашли тело новорожденной девочки. Труп лежал в мусорном баке. Со слов очевидцев, на вид ребенку около 7 месяцев от роду. По предварительным данным, мать младенца еще не найдена. Тело ребенка уже направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В настоящее время Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Когда выгрузили контейнер, вывалили его в машину. Ну и тогда увидели, что там ребеночек. Но, по-видимому, что это был ребеночек, еще в субботу его выбросили в контейнер, мусоропровод. Ну, естественно, он был мертвый. Приехала скорая, приехала милиция. Действительно, что это ребеночек мертвый.